силами Российской Федерации и силами народной милиции Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Что касается тех, кто скрылся и на заводе «Азовсталь», заблокирован там основательно и по всему периметру. Нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить и эту работу по «Азовсталь». Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Есть. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.